И на самом деле, пускай чуть поднаберутся люди, чтобы я сказал максимальному количеству людей всем привет и все дела. Вот. Сегодня, как вы уже поняли, я думаю, будем разыгрывать конфеты. Те самые, которые попались во вскрытии онлайн. Вот есть такая рубрика, иногда выходит примерно раз в неделю. Просто рекорды со всех сторон, рекорды, рекорды, рекорды. Это вообще что-то. Вот, рекорд по количеству лайков за трансляцию, рекорд по количеству лайков с одного человека. Человек, который, собственно говоря, и победил. Вот, сколько там уже человек? 599. 599. 600. 600. Всем привет, пацаны, девчонки. Сегодня будет розыгрыш, наконец-то, конфет. К сожалению, они сейчас в офисе, но это не отменяет того, что я их могу разыграть и послать победителю. Итак, поговорим немного о рекордах. Первая трансляция была, сейчас скажу, сколько, принесла 250 тысяч лайков. 250. Я сидел в шоке тогда. Вторая трансляция принесла более 300 тысяч лайков. И я думал, куда уж больше, это же невозможно. И третья трансляция принесла 560 тысяч лайков. Я не понимаю, как это возможно. При том, что смотрели там, ну я не знаю, ну может быть в общей сложности, может быть 1005, может быть 10 тысяч зрителей, не знаю, вот не могу сказать. То есть в онлайне было 1000 зрителей, да, онлайн. Но сколько в итоге посмотрели, я не знаю, но, ну, предположим, 10 тысяч. То есть 10 тысяч человек поставили 560 тысяч лайков. Это даже если на 10 разделить, на 10, на 10 тысяч если разделить. Короче, если на 10 разделить, то это по 56 тысяч лайков с человека. Ладно, победитель набрал, знаете, сколько победитель поставил лайков? 40 тысяч, даже более 40 тысяч лайков. То есть вы представляете? Я не представляю себе. То есть человек, давайте предположим, что это экран телефона, да, и он сидел вот так вот, делал 40 тысяч раз. Вот так вот, или вот так вот, или вот так вот, или вот так вот. Не знаю, как это происходило. Возможно, мы потом узнаем когда-нибудь. Но я полагаю, что все-таки вот такой вот обычный способ. Для меня это самый быстрый, самый лучший способ. 40 тысяч раз тапнул по экрану. Это просто какое-то безумство. Но на этом безумство эти все не кончаются. Знаете чего? Я не понимаю, как это произошло. Совершенно не понимаю. Сейчас подождите пока. Вчера я вел трансляцию уже почти ночью. Называлась эта трансляция. Сейчас давайте, чтобы не быть голословным. Называлась эта трансляция не то, не то. Снимаем вскрытие с Махой. Видите, да? Это было вчера, 19 часов назад. Вот, 19 часов назад это было, почти ночью. Переходим на это, на эту трансляцию. 2000 зрителей, да, как вы видите. И знаете, сколько лайков? 526 тысяч. Притом это была обычная трансляция. Это не был ни какой-то не розыгрыш был. Это я не просил ставить лайки в этой трансляции. То есть вы можете сейчас перейти и посмотреть, что я действительно не прошу там ничего ставить. И эта трансляция набрала 526 тысяч человек. Я не понимаю, как так. Вот совершенно искренне не понимаю. То есть та трансляция, которая с розыгрышем была, я понимаю, почему она набрала 560 тысяч. Я не понимаю, почему вчерашняя трансляция набрала столько. Вот искренне не понимаю. Ну, раз так, так, что делать? Итак, давайте теперь поговорим, собственно говоря, о победителе. Вот, не забывайте все-таки тапать по экрану, это, как я вам говорю, это всегда помогает. Победителем стал у нас Василий Байер. Василий Байер, который тапнул 40 тысяч 18 раз по экрану. Возможно, даже больше, но это вот тот самый результат, который я успел зафиксировать. 40 тысяч 18 раз тапнул по экрану Василий Байер. Давайте его найдем. Василий Байер. Василий Байер, Василий Байер, где это? А, вот он. А, вот он, у меня же есть, я уже, да, я же его искал. Вот он, Василий Байер. Мы с ним обязательно найдем, как связаться. Возможно, я проведу для него индивидуальную трансляцию. Вы же знаете, что это такое? То есть можно проводить еще и индивидуальную трансляцию для человека. И он расскажет, куда ему послать конфеты. Собственно говоря, вот, если вам нравятся подобные штуки, типа трансляции, вскрытие, онлайн, розыгрыши и так далее, писайте вот так вот по экрану, пиу-пиу-пиу. Я обязательно увижу, что вы хотите этого, что вы наставили кучу лайков. Ну, не так, как вчера, конечно, 526 тысяч, но наверняка много. И буду это проводить как можно чаще. То есть вы представляете, вскрытие онлайн,
это что-то совершенно новое в нашей жизни, это то, о чем я даже не думал. Вообще, вот у меня даже ни единой мысли не было, что такое может произойти, а тут раз, и пришло, и идет, что самое главное, и очень хорошо идет. Все, поздравляем Василия, да, я правильно говорю? Я на всякий случай сейчас гляну, чтобы не быть. Вот, по-моему, Василия, трансляции, читатели, нет, читаемые надо. Читаемые. Да, Василий Байер, поздравляю тебя, скоро я с тобой свяжусь и вышлю тебе заслуженные конфеты. В следующий раз будет новое скрытие, что-то наверняка будет очень крутое. Все, с вами был Костя Павлов, офигевший, ошеломленный от такого количества лайков. Всем пока!